Всем привет, с вами Сид, и мы продолжаем проходить третьего резидента. Так, играем мы сейчас за Карлоса. Так, мы, кстати, нашли... А что мы нашли? Мы нашли... Так, тут у нас никто не поднялся. Где у нас был сейф? Вот здесь. Вот тут. Где-то здесь у нас был сейф, и мы находили записку. Так, файл. Вот, комбинация 9 влево, 15 вправо, 7 влево. Так, давай. 9 влево, 15 вправо, 7 влево. Подтвердить. Хорошо. Что нам дадут? О, подсумок, отлично, это неплохо. Подсумок, это на самом деле круто. Подсумок, это очень хорошо. Так, получается, все, да. Так, нам надо найти вот отсюда ключ. Наверх мы еще не ходили, пойдемте сходим наверх, посмотрим, что там нас ожидает. А ты что за пузо держишься? Так, у нас желтенькое, да, все? Ладно. Ух, пугаете меня. Карлос, офис старт впереди. Понял. Понял. Так, что-нибудь где-нибудь есть? Вот черт, баррикада. Ну что за дела? Хороший вопрос. Так, тут у нас дверка. Подожди-ка, смотри. Это душевая. И вот каким образом здесь появилась дыра. Да? Ладно, похоже, придется сделать бабах. Ага. Так, а мне нужна, наверное, батарейка, да? Это что, записка другу? Гектор, если ты это читаешь, значит, у меня уже нет живых. Если услышишь любые звуки из шкафчика, не открывай его, пожалуйста. Пока ты патрулировал, я подумал... Как нам выбраться на ту сторону? И понял, что лучший вариант пробить проход взрывчаткой. Мне удалось собрать неплохую бомбу, но у нас нет батареи для детонатора. Ведь они тут точно где-то лежали, но их, видимо, отнесли в комнату хранения на прошлой неделе во время уборки. Если мы хотим пробить стену без батареек, не обойтись. Так что я пошел наверх за тобой, раз у тебя был ключ от комнаты хранения. Сразу же на выходе из душевой на меня напали. Один из них сумел укусить. Я как мог промыл раны, но чувствую себя все хуже и хуже. Надеюсь, тебе не надо разъяснять, почему нельзя открывать шкафчик. А за меня не волнуйся, просто выбирайся отсюда как можно быстрее, твой друг ОС. Не переживай насчет тех 600 баксов, что я тебе должил. Считай это подарком на переезд. Удачи, приятель. Он сам себя закрыл в шкафчике? Лучше не надо, видимо, в этом. По-моему, Кэп было, нет? Мы находили же. Так. О! Точно. Световая граната, еще одна. Так, но, наверное, световые гранаты мне дают для лизуна, по-любому. Так, а здесь не открываются больше, да? Так, и что получается? Я здесь все взял. А, значит, мне еще выше надо подняться? Давай попробуем. Тогда я угадаю. Ты встанешь. Ну да. Побежали. Побежали, побежали. На, в щель. Разворотил это. Как неплохо. О, ключ. А вот и он. Хорошо, так. Понятно. Ясно. А, чё я туплю? Патрончики. А, еще один. Что за звуки такие? Еще один надо где-то найти. Я не знаю где. Я не знаю где. Так. Че, ну... А, мы ключ подобрали.
всякий случай сохранимся. Так, да. Нет, не здесь, вот здесь. Я просто не знаю, что меня в той комнате ждет. Мало ли что. Так, у меня вроде все есть. Ладно. Тра-та-та-ра-та. Тихо. Ай-яй-яй-яй-яй. Я его услышал, но, блин, это мне не помогло. Хорошо, что я сохранился. Другой вопрос, мне что, надо было еще одну флешку потратить на него, что ли? Блин, обидно. Так, сразу флешка. Так, значит, на него флешка как дамаг работает, что ли? Ладно, буду знать. По-моему, раньше их было много здесь. Я обе их и потратил. Хренам собачьим, это обидно. Так, здесь. А вот это надо использовать. И выкинуть, да? Выкинуть. Так, я надеюсь, здесь... Как чуял. Все? Все. Ладно. Я аж занервничал. Так, ага. Цветочек. А можно? Спасибо, патрон не тратить не хотел просто. Так, а там клавиш не хватает, да, опять? Не хватает клавиш. 104, 106, 109. Подожди-ка, а мы можем это открыть? А... 104. Хорошо. 106. Ага, и 109. Получается, мы откроем только то, где не нужны кнопки. Гранату дали. Интересно. Очень интересно, знаете ли. Так, батареечка. Хорошо, берем. Мое. Твое, твое. Патрончики и гранату. Вот зачем мне дают гранату, меня это озадачивает. Иди к папочке. Кыш какой ты, как заговорил. Так раньше не говорил. Так. Ну ладно. Стоп. Шкафчик на третьем этаже. DCM. Ох, чуть не пропустил. Так. Я на всякий случай еще раз сохранюсь. Мало ли что, знаю я этих тварей. Тупорогих. Ты, кстати, сверху, да, прилетел? Заскриптованный ты, товарищ, потому что я тебя пытался почикать, а ты не дал себя почикать.
Я думаю, это все связано с тем, чтобы ты потом здесь упал мне. Ладно. Пойдем поднимемся на третий этаж. DCM, запомнили. Заберем оттуда, я не знаю, что там. Но лучше с этим, чем без этого. Так, этому я сделал щелку в голове. А это, да, вот отсюда встал и туда упал. Так, D, C, M. Что у нас здесь? Патрончики, еще патрончики. Пусть будут. Так, а что получается? Проломить стену надо. Так, нам надо вот это, наверное, объединить вот с этим. Хорошо. На второй этаж сейчас вот сюда нам надо зайти. Карлос, у меня тут затык с терминалом. Направляюсь к тебе. Понял. А что за затык у него, интересно? Ну да ладно. Пусть так. Использовать. Подтвердить. Пройти. Хорошо. Ай. Там пар за... О, так вас тут много, да? А еще будут? Эй. Я понял. А ты откуда вырулил тут? Здоровяк. О, еще один. Да у нас тут вечеринка сегодня. О, крит. Перезарядочка. Ладно. А давай с пистолета. Тоже ж надо. Ой, промахнулся. Попал. Так, ну, ребят, надо поболтать сначала вот так. Вот. Проходим по одному, берем номерок. А вы откуда взялись-то, мать вашу? Уроды. Я аж напугался. Никого нет. Уйди, 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 уйди. Твою мать, вас, вы чё, вы будете вечно вставать? Потрачил, блин, все. Все, что мог, потрачено, блин. Так, патроны, хорошо. Мне дали гранату. И в прошлый раз здесь я встретил ликеров. Ага. Держи. А, чё, всё? Ясно. Так. Ясно, понятно. Так, дверь. Дайте мне оружку. Тихо. Тихо и спокойно. Патрончики есть.
Так, дверь открыть нельзя, ладно. Судя по всему, нам в дверь, да? Я все поднял? Все поднял. Так, заставочка пошла. Доктор Барт. О, слава богу. Знаете, сколько я пытался с кем-нибудь связаться? Не волнуйтесь, мы вас вытащим, просто скажите, где вы. Я застрял в чертовой больнице, отродье окружает со всех сторон. Слушайте, просто пришлите старца, не пойму, что надо делать. Мне не пойдет, полицейский участок тоже захватили эти твари. Тогда придумайте что-нибудь. Амбреллы рехнулись, они убивают всех исследователей. Только я знаю, как изготовить вакцину, которая остановит зомби. Также можете сидеть там и дрочить, либо отправить сюда кого-нибудь, кто вытащит меня. Звонок завершен. Но он мне уже нравится. Ну еще бы. Ты слышал, что он сказал? Мы не можем сдать его компании. Это решать не нам, а Михаилу. Попробую на компьютере определить местоположение доктора. Так. На это потребуется время. Поищи вокруг, может, найдешь что-нибудь полезное. Чего тут у нас? Опа. Ящики не открываются, а сюда у нас вот эта штучка. Использовать. Что там? Патроны. Можно выкинуть. Выбросить. Да. Значит, больше она нам не понадобится. О, травку. Стоп. Световая граната. Это очень хорошо. Лечебный спрей, здорово. Так, ящик. А что нам надо в ящике? О, смотри-ка. Подожди, нет, отменить. Достать. Объединить. Достать. Объединить. Это хранить. Это хранить. Это хранить. Стоп, 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 стоп. Это объединить. Ну, наверное, вот так пока. Да. Так, тап. Все, отлично, все работает. Что теперь? Что, я не взял красную траву здесь? Берем. Хранить. Ну, все. Вроде я все взял. А, нет, стоп, еще тут что-то. Подожди. Что-то можно почитать. Отчет об инциденте в особняке. Этот старый инцидент произошел в особняке, расположенном в горах Арклейс и принадлежащем Umbrella Corporation. 23 июля отряд Stars Bravo был отправлен в горы Арклей для расследования серии загадочных кровавых убийств. Внезапно связь с ними прервалась. 24 июля туда же направили отряд Альфа, и его члены оказались вовлечены в события, произошедшие в особняке поблизости. По итогам инцидента особняк был разрушен, есть немало погибших. Единственным выжившим оказались пятеро членов Старс. Причиной инцидента послужили нелегальные эксперименты по созданию биологического оружия и в секретной лаборатории Umbrella под особняком. Использованный в ходе опытов Т-вирус вырвался на поверхность и считается главной причиной последующих событий. Однако все доказательства были уничтожены вместе с особняком, поэтому дальнейшее расследование столкнулось со значительными трудностями. Прикольно. Это Джилл в первом ряду? А вон она, справа. Вторая справа. Ладно, прикольно. И Джилл выжила, она там была, кстати, и выжила, видимо. Опа, еще катсцена. Да, как дела? Сошел с рельсов? Кто-нибудь пострадал? Джилл? О, черт. Погоди, что? Джилл, что случилось? Джилл, отвечай. Ти, мне нужно идти. Делай, что нужно, и позабочусь о Барне. Ага.
Ладненько, интересно. За несколько минут до этого тоннель метро. Так, опять за Джилл будем играть. Ну, наверное, опять потом продолжим и за Карлоса. Хорошо, пойдем. Ух, как их всех покорежило, этих вагонов. Найдите путь на поверхность. Неужели только мне удалось выжить? О, сейф-рум, хорошо. Карлос, отвечай, Карлос. Черт, кажется, я вне зоны действия. Ого. Артиллерийские мины, хорошо. А что так много-то? И вот еще мины. Артиллерийские тоже. UBCS, новое вооружение. Хорошая новость, дрочилы. Но у меня есть для вас новое оружие, которое гарантированно заставит вас снова почувствовать себя мужиками. Это артиллерийские мины. Этих крошек придумал отдел военных разработок Umbrella, и они зажигают похлеще подружек на школьной дискотеке. Добыть их нелегко, да и управиться непросто. Но они стоят того, уж поверьте. Ладно, заглянем в сводку. Артиллерийские мины совместимы со стандартными гранатометами, но не надейтесь сунуть их куда-то еще. Стреляйте в стену или по земле, и они останутся на месте. Датчик мины засекает приближение врага и взрывается, когда цель в радиусе поражения. Короче, просто кидайте их врагу на дорогу, и вот вам натуральная мина. Когда дерешься со здоровыми уродами, нечестных приемов не бывает, так что все средства хороши. А, видимо, нас ожидает впереди очень наш старый друг. Во-первых, вот это хранить, вот это достать, вот это объединить вот с этим. Хорошо. Наверное, я выложу жу-жу-жу отмычки. Хранить. Да. И возьму еще спрей. Так. Все, больше взять здесь ничего нельзя. Просто мне они прям, ну, дают подсказку, что как бы новое вооружение, кучу мин. Это по-любому значит, что будет. Будет весело. Так, а там граната была? Ой, не здесь. Вот здесь. На всякий случай, если уж будет босс, то я этим воспользуюсь. Так, а давай я гранату еще и поставлю быстрый доступ на единичку. Туннель. А мы где? Найдите путь на убежище. О, ребята, а чё вас так? Вы чё, все встанете? Ясно. Граната была взята не просто так. Идеально, по-моему. А, быстрый доступ. Обидно, конечно, что пришлось потратить ее. Но я бы кучу сейчас патронов и времени потратил. Так, а есть здесь что? Что, даже поднять нечего? Вы чего? Вы серьезно? Ну, да, обидно. Ага, здорово. Да ты ляжешь, нет? Все, этот лег. А этот? Я уж не знаю, зачем я их добиваю, но мне так больше нравится. Поднять опять нечего, да вы издеваетесь. Я уже потратил кучу всего на них. Фокерс.
Эта тварь еще жива. Здесь нельзя оставаться. Ну вот он и заорал, да? Я понял. Так, здесь что-то есть? О, патрончики. Что-то вижу, вот лежит. Брошюра по часовой башне. Часовая башня Святого Михаила. Часовая башня Святого Михаила — здание в стиле барокко в самом центре Ракун-Сити. Она стала любимой достопримечательностью, а жители называют ее символом города. Церковь Святого Михаила возвела башню в 1908 году при содействии нескольких благодетелей. Ее посвятили детям, рожденным в стремительно растущем городе. И долгие годы на первом этаже располагалась начальная школа. С развитием электрической индустрии в начале 20 века город перешел на новый этап развития, и учебный корпус школы Святого Михаила вмещал уже более 600 учеников. К сожалению, школу Святого Михаила закрыли в 1978 году, когда здание начало ветшать. Часы отключили, а вход на территорию башни и в ее окрестности строго ограничили. Много лет некогда популярный памятник и любимая народом площадь были недоступны в 1990-х годах. Но в 1990-х годах Umbrella Corporation и мэр Майкл Уоррен провели реставрацию, предприняли меры для сохранения памятника и вновь открыли его для посещения. В 1993 году состоялось официальное новое открытие часовой башни, и низкий глубокий звон колоколов вновь разнесся на Дракун-Сити. Понятно. Так, дайте-ка я... Еще всякое что-то здесь есть. Травка, вижу. Еще где-то что-то лежит. Ящик вижу. О, приныкался. Так. Объединить с этим. И места нету, да, в рюкзаке? Ух. А, я все и подобрал. Ладно, пойдем. Это мы куда? А, вот он, смотри-ка. Тварь. Капец, он живучий, а. Этот гад даже плавать не умеет. Карлос, отвечай. Да, как дела? Ничего не вышло. Поезд сошел с рельсов. Сошел с рельсов? Кто-нибудь пострадал? Все мертвы. Михаил, все остальные. Черт. Николай бросил нас умирать. Погоди, что? Что за херня? Она вернулась. Джилл, что случилось? Джилл, отвечай. Побежали. Да нафиг ты тут останавливаешься, бежим. Так. Джилл, надо дальше бежать. Ну вот сейчас и пригодятся эти, что там, артиллерийские мины. Артиллерийские снаряды, как-то так. Ну привет. Здорово. Отстань уже. Так. А, что у нас здесь? Взрывающиеся боеприпасы и артиллерия. Не долетело? Поща. Побежали. О, работает. Я вернулся?
Хорошо. Два. А ты чё такой? Тихо. Желтый. Увернулись. Так. Тут у нас что? О! Зажигай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Красный, вижу. Использовать. Беги сюда, тварь. Давай, давай. Не страшно. Гори, падла. Чё такое? Не нравится? На, еще гори. Ой, побежали. Промахнулся. Гори. Ух. Гори, я сказал. Слушай, а сколько в тебе патронов надо? У меня сейчас все закончится. Это что такое? Че, психанул? Так, три ячейки свободные. Аккуратно. Ты че, дебил? Ты че творишь? Похоже на какое-то животное. О, мне было сейчас артиллерийские мины. Там же было написано, типа, на землю и стены. И чё ты хочешь? Чё тебе надо? Мать твою, ты дебил! Так. Использовать. Побежали. О! Ты хватит так делать. Использовать. Ух. О, чё это у него? Чё, не понравилось? По-любому туда тебе надо было шмалять, да? Давай, побегай еще. Побегай, побегай. Тупой. Куда я сюда стрелял? Вот. Хорошо. И зарядочка. Ай. Ты дебил. Хорошо, вернулся. Давай ты по стене побежишь опять. О, отлично. Так, я сюда стрелял. Ух, прям мне куда надо. Все, видал, слабак. Ладно, за дело. Выкуси. Пойдет. Не, у меня столько патронов-то не было. У меня один был, по-моему, патрон. Насколько я помню. Карлос, ты еще там? Ой, да ладно. Ты свалишь без меня сейчас? Черт возьми. А, нет, два патрона. Так. Можно я здесь... О, можно. Спасибо, я побегаю, пособираю.
Красная трава объединяем с зеленой. Патрончики. Еще что-то где-то лежит. Так, здесь я, видимо, что-то подобрал, но не помню, чтоб я здесь что-то подбирал. Так, тут пусто. О, на дробовик, хорошо. Отлично. И зеленая трава. Ну-ка. Что-то где-то еще патроны где-то лежат. А, вот они. Ох, ничего себе, еще артиллерийские. Круто. Так, давай я зеленую съем. Использовать. Все, у меня все хорошо. Пистолетик перезаряжен. Дробовик перезаряжаем. Гранатометик перезаряжаем. Ой, шикарно. Так, а теперь куда нам? Сюда? Надеюсь, он не оживет сейчас. Ой, аккуратно. Сейчас ногтем как поднимет. Я как чувствовал. Стреляй, стреляй. На. Шикарно. Ты нахрена так делаешь, тварь? Это что, яд какой-то? Вот ты сука. Интересно, вы оказали мне большую честь, мисс Валентайн. Ну ты сука. Получен достижение, что-то мне нехорошо. Примерно полдня спустя. О, Карлос. Джилл. Эй, отвечай. Черт подери. Тайрелл, как слышишь? Что происходит? Джилл заражена. Я отвезу ее в больницу. Может быть, доктор Бат ее спасет. Ладно, там и встретимся. Да уж, давай. Надо спасать. Держись, суперкоп. Я рядом. Так, это что, больница? Ага. Судя по всему, да. 29 сентября, 21:20, больница Спенсер Мемориал. Борис, Джилл. Я разбуду тебе вакцину. Так. Все будет в порядке. Обещаю. А, это вакцину на ней, видимо, надо применить. Что-нибудь здесь есть, кроме... Ага. А, ну так, у нас тут и так все хорошо. Патрончики вот есть. Ну ладно, давайте сохранимся и закончим на этом. Что же, оценивайте видео, если вам понравилось или не понравилось. Подписывайтесь на канал, на паблик ВК. И смотрите продолжение. Всем удачи, друзья.